не нравится мне все это, Михаил Васильевич. Из ничего возникла, в никуда ушла. Зачем тебе это нужно? Теперь разговоры пойдут. Откуда, зачем? Иноземные академики заволнуются. Почему именно к нам? Начнется дележ, распри, взаимонепонимание. Положение, брат, ведь и так неясное. Фридрих Прусский напуган союзом нашим с королевой австрийской. Война какой год тянется. Весной 7 лет будет. Дай бог прекратиться, раз она 7-летняя. Эй, бороду подвяжь. Ну, давай. Эй, да не затягивай ты, я так-то цареубийца. Не рыжевато? Может, почерней? Ну, ладно. А после решим. Здоровье государыни, между нами говоря, у меня опасения вызывает. Тебя поддержать бы я, Михаил Васильевич, своим рвением. Уж как ведь я, величество, щедра к твоей милости, а? О чем в восторге пребываю. А за ваше, Иван Иванович, пред ней предстательство, век Бога готов молить. Все слова, Михаил Васильевич, слова. Слова, слова, слова. Ритор-то ты отменный. Ты бы делом доказал, что ты предан государыне. Давно бы взял бы и прославил бы ее деяния в своих заметах исторических. Российская история, но и уже до времени Ярослава доведена. Ну, Ярослава, это ты не скоро, милый, до нашей-то государыни доберешься. А ты пропускай там чего несущественное. Ну, чего там такого особенного в этой древности-то усматривать? Щедростями-то в наши дни пользуешься от благодетельницы. Ой, брать любим, отдавать когда. Эй, а где рубаха? Не, я ж Кумачёвую просил. Ну, что Кумачёв, ты несешь? А порты есть? Давай. Эй, только не покалечь. Теперь еще это тело прилетело. Это тело, черт его. Я застегнись за это. Как она могла вообще из шара женщину сделаться? Это ведь такая выдумка, она твоему дару несообразная. Иван Иванович, все как есть изложил, как на духу. Ой, я-то тебя понимаю, брат, потому что я тебе скажу. Давай покрепче, ну чего ты? Что я сегодня ночью, ой, это больно уже. Я сам такую аллегорию изобразил. Ты понимаешь? Самому стало страшно. На утро сжёг. Да. Михаил Васильевич, как они эти порты без пуговиц носят? Они как обходятся? Я в детстве веревкой подпоясывался. Да веревкой, видишь, живот режет. Да, Михаил Васильевич, не надо было ее сюда вызывать.